9 километров от Керчи. Крымчане, которых судьба связала с этим местом, посетили сегодня радиотехнический батальон. Торжественная встреча была посвящена 60-летию со дня основания батальона противовоздушной обороны Керчи. Багатыми жителям нашего города даже не уявляют, какую важную справу выполняет наша військова частина, а саме, щодобово на себе очарування з охорони повітряних рубежів України. Постійно щодобово супроводжується багато цілей в нашому повітряному просторі. Ми даємо можливість нашим жителям нашого міста спокійно відпочивати, охороняємо повітряний простір. Від свого імені хотів би побажати всім людям, котрі присвятили свою жизнь військовой справе, міцного здоров'я, благополучия та злагоди. Руководство приветствовало гостей, среди которых были ветераны, отдавшие годы служению в батальоне. Юрий Козлов командовал батальоном в течение 10 лет. Сегодня он прибыл сюда вместе с товарищами-ветеранами. Желаем всем офицерам, прапорщикам личного состава крепкого здоровья, благополучия, материальных благ. Значит, и чистого мирного неба над головой. На встрече присутствовали представители городской администрации, передавшие в адрес командования батальона всего состава поздравления. От лица городского головы, городского совета поздравляю всех, как депутат городского совета от партии регионов, личный состав батальона радиотехнического на 9-м километре. С праздником, 60-летием, желаю счастья, успехов и мирного неба над головой. Поздравления звучали и от помощника депутата Степана Глухова. Вообще встреча стала не только торжественной, но и по-душевному теплой, собрав неравнодушных людей, влюбленных в свое дело и призвание.